Итак, в последнее время в Кэпитауне начал распространяться наркотик под названием Суперснюс. Он настолько жирный, что через 3 недели употребления вы будете выглядеть так. И нашим подопытным кроликом буду не я, а Фред. Кстати, мне в голову пришла мысль, почему бы не сказать «Иузлюка» как можно громче. Итак. Иузлюка! Ну, как-то так. Ладно, продолжаем. Итак, мы ему дали килограммчик снюса. И в итоге первая фаза. Он стал счастлив, и у него повысился уровень эндорфина. И вторая фаза. Тут он уже может лизнуть свои глаза. О, кто-то сказал глазики! Ах, иди в пень. Кстати, знаете, кто создатель Суперснюса? Супербелка. Именно он его как бы употребляет и спасает зверьков. Но в итоге его просто смыхает. Вы можете сами сейчас посмотреть. Эй, не мог достать кирпич? Да, представляю вашему вниманию. Супербелка со Суперснюсом. Короче, построй дом из снюса. Столько пойдет? Третья фаза, а тут Фред начал становиться жирнее. Четвертая фаза. Ну короче, у Фреда уже тут критическое состояние. Ну и наконец, пятая фаза. Он сдох. Помянем. Итак, мораль всей басни такова. Не ешьте снюс! Итак, я наконец-то набрал 1000 подписчиков. Спасибо вам за это огромное. Итак, почему же так давно не было Кэпитауна? Дело в том, что я не мог нормальный сценарий придумать. Вот в чем. Так что пришлось закрыть Кэпитауна Хиатус.